помоги! Никак не сдвину эту проклятую плиту! Наверное, те, кто положил ее на саркофаг, предвидели визит расхитителей гробниц. О. А, ты же не знаешь, кто я? Не знаю. Профессор Вермонт Йон. Оксенфордский университет. Кафедра прикладной археологии. Согласно одной старинной карте, в этом саркофаге находится бесценный манускрипт эльфов. Рукопись из Дар-А. Возможно, он прольет свет на конфликт эльфов Айн-Эйли и Айн-Сида. Ну так как, поможешь мне? Ну хорошо, откроем саркофаг. Помоги-ка. Блюдо Глевин! Это вампир. Наверное, он здесь регенерирует. Еще 5 минуточек. Что, уже 1358-й? Нет. Ну так и пиздуйте отсюда. Эх, вечно со мной происходит что-то такое. Ну да ладно, откроем еще раз. Зачем? Ты видел там хоть один эльфский манускрипт? Я не успел рассмотреть. Может, он положил его под голову? Будь по-твоему, откроем еще раз. Ну чего еще? Каждую минуту будут стучать, уроды. Хватит уже! Знал что-нибудь о манускрипте? Мне не показалось, что он хотел разговаривать. Ну, может, и к лучшему. Ладно, спасибо. Будь здоров.